Привет всем, друзья! В этом видео покажу-расскажу, как сделать своими руками из стеклянной бутылки от гранатового сока очень нужную и полезную самоделку для дома и дачи. Этикетку с бутылки надо стереть, она больше не понадобится. Я ее заранее замочил, и металлическая губка как раз подойдет. Теперь понадобится большая коронка по стеклу. По размерам коронки поролоновую губку надо вырезать. Поролон в коронку нужно вставить. Коронку в патрон дрели установить. Поролон водой пропитать и сбоку бутылки просверлить отверстие. Намоченная губка в коронке будет подавать воду на место сверления и тем временем коронке не даст выйти из строя. Также вредной стеклянной пыли не будет, которая может попасть в легкие. Это такой строительный лайфхак. Стекла из бутылки вытряхнуть. Острые края наждачной бумагой зачистить. Бутылку хорошо помыть. В небольшом количестве воды нужно растворить соль. Пару ложек сойдет. Надо отрезать небольшой кусок хлопчатобумажной веревки и в рассоле его замочить. Веревку необходимо полностью высушить. Сухую веревку нужно вставить в дюпель по газобетону. Должна получиться четырехножка. На дно бутылки надо ее поставить. Дно бутылки нужно заполнить любым маслом, в моем случае лампадное. Самоделка готова, пора ее переместить. Поставлю ее на сугроб. Пропитанную маслом веревку надо поджечь. Веревка сразу разгорелась. Наступила темнота, началась красота. Проявив немного смекалки, мы с вами сделали простой в изготовлении стеклянный светильник, который будет гореть всю ночь и не погаснет. Кому такая хитрость идеи для самоделки была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!